Поделитесь, что у вас получилось. Мы не смогли, ну как-то это прикольно. Тело устало бояться. Серьезность не хватало. Да, она серьезность, что ж такое? Что же вы делаете? Хотя в таком случае. Давайте поймать журналы. Трудновато поймать страх, вот такая штука. Ну, кстати, вот Егор и Петя, вот они когда боялись, ну, честно говоря, мне было страшно, потому что они тогда, ну, они серьезные стали, то есть, ну, не смешные, но я как-то понимала, что не-не-не, шутить нельзя, потому что люди... Ну, сработали реально, примерно. Вот. Реально сработали, да? Ну, постарались. Агрессивно боялись. Поймали себя. В этом упражнении есть только один способ взять его и испортить. Это не довести это до абсурда. Она и портила. Вот. Если вы честно отдались этому страху, да, и усилили вот это в теле штуку, то вы понимаете, что это абсурд. Не просто абсурд. Когда вы выходите на аудиторию, да, и вот, да, Зарина, где Зарина? Да, она из Берлина. Да. Да, представьте себе, да, выходит на аудиторию, решила разобраться со своим страхом. Мне кажется, если перед тем, как выйти на аудиторию, надо сказать... А будто попросить разобраться со своим страхом прийти. Ну, по крайней мере, внимание аудитории будет привлечено однозначно. Значит, вы обратитесь к кому-то из первого ряда. Все очень просто. Нет, сначала сделать шаг вперед, сказать, волнуюсь. Волнуюсь. Потом повернуть. И уронить микрофон еще. Справить не стало. Еще один способ самонастройки перед аудиторией. Это позволить себе выйти перед ней и понимая, что вы вышли для нее. Вспомнить о себе. Вы выходите и вспоминаете о том, что вам здесь должно быть комфортно. Сейчас мы с вами потренируемся. Что вы будете вспоминать, это ваше личное дело. Кто-то вспомнит позу, позу Александра, синяя физиологическая. Почувствует свои ножки, таз, хвост, разведет плечи, поставит правильно голову. Скажет внутри себя, кто-то скажет какое-то свое настроечное слово, да? Кто-то вспомнит, как он здесь отвечал на вопросы, кто-то про грибы, например, кто-то еще о чем-то, кто-то подумает о том, как, кто-то представит, как он боится вот так. Не важно, что вы здесь сейчас делаете, но перед тем, как что-то сказать в аудитории, что-то сказать, можно сказать просто «Привет!» Или там «С Новым годом!» «С 8 марта!» «Не знаю!» «С днем Святого Лентяя!» «С чем хотите!» Вам нужно сказать очень-очень короткую фразу, можно всего одно слово. Но перед тем, как вы его скажете, вы выходите сюда и вспоминаете о себе. Это первый шаг. Помните, вы вчера говорили, помните о интересах аудитории. Если я не помню о своих интересах, то каких интересах другого я вообще может идти речь? Я вышел сюда и вспомнил о себе. Вы имеете право здесь сейчас сюда выйти. И интересная штука, перед любой другой аудиторией. Выйти и посвятить себе несколько секунд. Нет такой аудитории, где вы не можете это сделать. Это надо сделать незаметно или... Как хотите. Это делают все. Абсолютно все. Просто они могут этого не знать, они это делают подсознательно. А вы этим можете распоряжаться, мы это с вами вывели на сознание. Вы выходите сюда и какое-то время, столько, сколько вы хотите, занимаетесь собой. После этого говорите что-нибудь. Что-то говорю. Привет. После этого мы не садимся. Понятно? Поехали слева направо. О себе. Сначала о себе.
немножко. Заметили разницу? Когда сочтешь нужно, скажи мне что-то. По-моему, она не любуется. Может же понравиться кому-то там думать о себе. Есть люди, которые гораздо меньше времени. Антенна за него держит. А кто-то решил сделать это там. Особенно остается. Сколько хочешь? Можешь уже говорить? Или ты уже сказал? Уже сказал. Скажи что-то, обращаясь к этой аудитории. Всем привет. И снова молодым. И снова молодым тоже. Столько, сколько тебе будет нужно. Угу. Сначала сделай себе хорошо. Будешь полчаса стоять, все полчаса стоять. Будешь 2 секунды стоять, 2 секунды. Сколько тебе надо? Приглашают всех на грибы. Всем доброе утро. Я сегодня опоздала, не успела каждому сказать. Запоминайте эту свою способность. Сначала о себе. Я поздравляю себя и всех вас с таким замечательным, красивым, ярким, солнечным зимним днем. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Поехали. Доброе утро. Вы мне все нравитесь. Thank you.
Жалко, что сегодня последний день тренинга моей речи. Чего вы все смотрите? Мне самому интересно. Можно? Вампирчика? Мне почему-то вспомнилась фраза из мультика «Как ты понять на солнце, что ли?» Можно его стукну, и он станет фиолетовый. А у меня к вам предложение. Мне бы хотелось, чтобы каждый из вас, кто хочет или может, сказал бы два слово на камеру про магию речи, про тренера. Это может быть что угодно. Мою фразу уже сказали. Очень хотела сказать. Поэтому скажу только. Из гибки до жопы. Мы с вами здесь пробовали сначала подумать о себе. Я хотел бы обратить ваше внимание, как вы выходили. Когда вы двигались к этому месту, что у вас было в голове? Вспомните, когда вы шли сюда. Ну, что мы будем делать вот там? Ага. Ничего. Ничего. Как попасть в кадр? Попасть в кадр, да? Как задумала о своем? Публика, аудитория наблюдает за каждым, когда вы сюда двигаетесь. Да? Яна выходила, например, совершенно замечательно, да? А потом здесь Зара включила зачем-то свой старый паттерн. Да? Просто не включила новую способность обратить внимание на себя любимого. Да, только и всего. Только и всего. Ты знаешь, если бы мы сейчас с тобой это сделали 100 раз, то если бы заклад на третий, тебе бы уже надоело бояться. Ты знаешь, мало того, вот сейчас, когда ты вышла сюда, да, а потом ушла отсюда и разревелась тут, я тебе обещаю, если ты вышла сюда и разревелась тут, вот тут вот, стоит, да, и сказала бы, видите, реву, то это гораздо проще, чем спрятать это, да, и унести с собой. Да, вот так. А что, кстати, не мешай себе. Текут, пусть текут. Смотрите, я с этим справлюсь. И я рада вас видеть. Я тоже люблю.
Слушай, да, давай. Спасибо. А я так не умею. Очень хорошая группа. Я рада вообще, что я познакомилась с такими людьми. Однажды достаточно себе позволить то, что ты не себе просто не разрешал, становится понятно, что все гораздо проще. У нас с вами время первого перерыва.